Погружаемся. Сейчас поедем. Может, куда-то доедем. Мы оптимисты. У нас пикник на обочине. По дороге. Привет. Вон аппетит. По дороге на трек. Остановились, тут школа. И праздник. Родители. Вон Ленька. Грустный ходит. Вот. Такое место. Старта нашего маршрута. Тут идет общение с местным населением. Общение с местным населением. Вот. А здесь формируется наш багаж, который поедет вот на этих лошадях. Угу. Вот так. Пока ведь погода. Почти новые палки, да? Начался сложный процесс покупки шапки. Вот так вот. Слышь, ребята, я надеюсь, что это не задерживает наш выход, а? А мы с ними не связаны. Число какое сегодня? Кто не забыл еще? 26-е. Круто. Не думаю. Я так думаю, что 24-е, нет. Мы стартанули. Идем к первому нашему базовому лагерю. Вот. Вот такие вот альпачки. Мы не заберем у вас травку вашу. Есть. И вот мы перешли маленький перегиб, и уже открылся ледничок. Я боюсь. Здрасте. Они ласковые, спроси, они не агрессивные. Они общение ищут. Да-да, и скучно. Они не агрессивные. Все, она пойдет с нами, мама. Так, следующий. Какая красота. Видишь, как естественно. Так, как Йосиф. Так, любовь. Не поставь так, чтобы она была тебя в профиль. Она меня нюхает. Вот она, вот она. И вот мы, форсируя болото, можно сказать, возвращаемся на дорогу, которую успешно бросили полчаса назад. Лёне там прыгать надо. Вот, переходи. Лёв, там канавы и непроходимо. Сразу мокро. Вот так. Ура! Вот наша первая ночевка. Мы к ней подходим. А впереди ледник. Вот так. Так. Начинается разврат. Неожиданно. Лёнька, подвинься. О! Принесли нам попкорн. Да. А мальчик тут специальным образом раскладывает вилки с ложечками. Аж вот так. Ну мы столько не сидим, ребята. Лошадям отдадут. Они ждут, пока мы с вами. Возможная красота. Первый день ночевки. Вау. Посмотрите, что творится. Мы это не будем кушать, мы это будем смотреть. У меня, может, половину сразу отдадим? Да. Я не знаю. Потом. Ой, excuse me. Вау. Ну что, второй походный день. 25 апреля. Осень. День начался удачно. Нас разбудили горячим чаем в палатке, нас накормили, за нами убрали палатки, помыли посуду и сходили в туалет. Сходили сами. Да. Говорят, идти самим нужно тут. Да, идти самим. Горячие источники оказались. Оля, проходи мимо меня. Почему? Вот так вот сверху наш лагерь. А мы идем по этой тропе наверх. Высота 4400, по-моему. С 1 апреля. Если не забыл уже. Ой, нет, 25 апреля. Гарняшка. Спали на 4440.
Сейчас уже идем, может быть, свою сотню набрали. Такой плавный подъем. Вот, вышли 8:25. Ёськин, подвинься. Я покажу тропу. Вот она, Ёська моя. Вон ребята. Лошади где-то. Идем дальше. Где-то лошади идут с нашим грузом. Я их не вижу. Не, пасутся. Туман еще не рассеялся. Утро такое тихое, приятное. Первый перекур. 150 метров позади. Место отдыха некоторые сильные, которых мы будем нагружать весом. Пошли фотографировать каких-то птичек. А группа... Да. Мужественно отдыхает. Так, мы на перевале. Олик, скажи свое впечатление. Красиво. Красиво. Шальва такая, тишина. Спокойно. Тишина. Вот. Шальва. Перевал 4750 почти. Олик делает свой турик. Так. Красота. Ура! Помахай ручкой в объектив. Что-то я дышу тяжело. Так, замешкался. Все, посмотри на меня. Оль, ну посмотри, пожалуйста. Вот начинает потихонечку развить нечто. Над нами ледовая гора. Да. Вот так вот красота, да, какая. А вон там Леня где-то. Мы забыли название. Кто-то помнит. Айзенгат. Ой, подожди. Вот так. Мы поднимемся. А мы не торопимся, как нормально все в собой? Нормально. Мы нормально, но вид только будет, конечно, красивее, наверное, да? Вот так вот. Все открылось. Идем мы. Солнцем палимые. Траверсируем склон. Над нами вон ледничок. Погода прекрасная. Долина. Мы ее траверсируем. Траверс — это хорошо, это не вот верх. Зашли немножко за угол. Тут следующая долина, куда мы пойдем. Так, на видео. Вот. Ленька. Тут красиво опять. Да уж. Вот такой. Вот такая красота. Друг перед нами. Вот начались озерца, в которых есть отражение гор. Полная симметрия, да? Мешает легкий ветерок. Мешает легкий ветерок. А это Ленька. Так сказать, утренний бриз. Утренний бриз. А вон идет Олечка. Она фотографировала другое озеро. Вот и водопадик. Прямо под вершинками и нашим озером. Вот мы поднялись чуть вверх над озером. Над нами вот такая штука. Гавриэль, повернись ко мне. Нинка, мы подходим под место обеда. Прямо с озерцом и красивейшим ледопадом. Время обеда. Ой, такая красота. Вот тут такое творится. Просто невозможно. Где-то 3700, 3800. И тут вот эти бандиты. Ну вы их отпугнули. Тут столько ламочек. Столько красавочек. Эти бандиты решили сделать. Это вот. Кицердеры к палатке пожрать. И они убегают, зайцы эти. Вот так. Они тут лежат. Целое поле. Но это ламы. Альпаки? Я уже не знаю. Вот наш. И вот дед тут. Место обеда. Вот тут мы будем кушать, а вот туда мы будем смотреть.
Буржуи. Вот эти буржуи сидят за столом. За красный просто. Да, за красной скатертью. И втыкают вот в такую красоту эти буржуи. Солнышко немножко спряталось, но все равно красота. Обед. Ой, вот нам принесли обед. Сколько мы заплатили? Вы вообще знаете, что вот это было у нас? Может быть, вы вообще знаете? Я вообще не представляю. Хотелось бы знать, сколько нам это стоило. Это ресторан просто. Я не знаю, как мы выживем после этого бранча-ланча. Время только час дня, нам еще работать и работать. А тут такое принесли, что просто Йосеф улыбочку. Что народ все, даже народ не обращает, даже что я снимаю. Просто так заняты. А я еще сказала. Что-то не то сказала. Картошка, что-то. Вот началось настоящее испытание. После обеденной ходьба, послеобеденная. И это тяжело. Вот так вот. Сейчас в нашей следующей ночевке сброс сумасшедший. Было почти 4900, а сейчас я не знаю, сколько он взял. Вот озеро, вот народ идет, вот красота такая. Вот. Тик-т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 ик. Вон. Будут сейчас ставить нам домики. Вот кусочек. Кусочек, это ж мы все равно в этом Изоре, где радужные горы, это вот кусочек. Это наш Цезарь. Красотульки. Красотульки. Вот, 25-е. 5 вечера приблизительно. Ночуем на 4640. Балдеж такой. Вон ледничок. Вот наш лагерь. Там дальше тоже народ ночует. Наши оранжевые. Ледничок. Хозяюшки нам там уже ужин готовят. Это я с туалета иду. Сейчас Юське доложу все. Фу, с рыбушки. День тяжелый. До сих пор живы. Кормят на убой. Курица, да. Пюре. И я не знаю, что на... Макароны какие-то. На это убийство. 26-е, полседьмое. Полседьмого. Третий день. Утро. Пока все живы. Немножко приболевшие, но все живы. А что-то мы приболевшие, не придумывай. Вот ждем завтрака. На улице вон альпаки. Ой, ламы. И ламы, альпаки. И вот... Мы готовы к выходу. Это наша кают-компания, которая еще не собрана. А вот это такая поляна с утра. Там радужные горы. Как сказал бы Леня, товарняк пошел. Вот так. Идет товарничок с нашими вещами, в том числе. Вон два баллона газовых. И вот он, похоже, перевальный взлет. И мы и начали. Взлет. А тут лед и снег. А там радужные горы. Все вместе. Мы на перевале. Почти 5200. Написано, хотя чуть меньше. Красота. Мы живые. Вот Габриэль. Габриэль, помаши ручкой. Вон тоже цветные горы. Почти такие же. Не, похуже. И вот ледничок наш. Вон Нинка, помахай ручкой. Нинка рада. Олик, помахай ручками. Вот так. Мы на 5200. Обалденный перевал. Но, правда, у нас Юська показывает 5100. Ну, ладно. Вон Юська строит очередной камушек на знаковом месте. Тут у нас была
Площадка для фоток. Чего вы? Не отказывай девчине. Ёсечка, не уходи. Вот. Ёська, ювелирная работа. Тыдык, 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 тыдык. Сейчас посмотрим, как там у нас с равновесием. На 5200 или на 5100. Вот один ледник. Вот Ёська трудится. Вот второй ледник. Просто срыв башки. Ну, давай, руки в сторону. Вау! Я тебя сняла прямо во время этого эксперимента. Вот оно озеро, которое вау, немножко красновато. Его так и называют Красным озером. Вот. А мы спустились с того перевала. Вот такая горушка. Вот. Идем мы в сторону вон той долины. От Балденного паса, 500 или по 200, спускаемся по тропе. И эти ледники все время с нами. Озеро уже не видно, зато видно вот эта Красная гора. Отголоски радужные горы. Это все равно в этом. Ты такой бравый солдат, подходит к обеду. Ух ты, тут даже... Тут вот, вот это вход в обеденное помещение, в смысле, территорию обеда. И вот он светится. Стол готов. Вот так он выйдет. Блин. Вот так. Обалдеть. Да. Привет. Ну а где же вау? Вау. Уже нас ничем не удивишь. Ничего уже себе. Уже такие избалованные. А где Гавриэль? Гавриэль! Балованная наша Нина. Нина, ну, ты балованная. Мы все уже балованные. Так, тут стол. Вот Ленька. Нас такими сделали. Вот горы. Гавриэль! Опа! Вот это да! Слушайте, я такие кадры вообще тасовали, это был. Сделали пас 5200, спустились по долине вниз, сбросили почти 600 метров и приходим. Вот такое. И вот так это. Ну, вы это видели? Это просто беспредел на фоне такой горы с ледником. Кто? И вот снова мучение. Не будем спрашивать да. нашего проводника, как по-испански сделать. Вот, это вот под такими горами, вот за таким красным столом, вот, вот такая вот пища, пища. Грибочки. Грибочки. И обеда. Вот такая красота. И после сна народ собрался, и скоро будем выдвигаться. Красавцы. Сытые, довольные. Вот. На фоне такой красоты у нас еще часа два. И вот сегодня на второй перевальчик. Маленький. Такие просторы. Вот водопад. И Ленька. Вершины. А вот наш конь. Смотрите, все на нас уставились. Когда мы к ним подошли. Сейчас начнут сваливать. Ну невозможно. Невозможно их не снимать. Нинка тоже обалдеет. Пришло сравнение в голову. Сейчас эти альпакские дамы у нас как у Яна пингвины. Во всех количествах будут. Делаем.
Вот уже лагерь готов. Вот тут мы спим. Вот это кухня и кают-компания. Вот там Олик идет. Да. И все это, естественно, лошадки, пастораль, горы. Но холодает. И после завтрашний день, релаксинг, hot spring. Aguas calientes. И next day, the car coming here, night, ten. Next day, the day five, the car coming to here, pick up us in the camp. Купаемся когда? When we купаемся на пятый день. Махара time. If we doing tomorrow to here, hot water here. Hot water here. Uh-huh. If we doing from here to here, and then we need to walk all of this, and then take the hot water and the car. Ну, ребята, я могу сказать, что мы не торопимся. Мазе. Осторожно, хоть как.